Электросамокаты – модный тренд или опасное явление? На совещании в Доме правительства сегодня обсудили тревожную статистику роста аварий с участием электросамокатов. Вы не приходите вакцинироваться? Тогда мы приедем к вам. На дачных участках сегодня появились мобильные пункты вакцинации. В Казани прошла масштабная ярмарка вакансий. Горожанам предложили 17 тысяч рабочих мест. Самыми востребованными оказались программисты. Коренное население России вымирает, рождаемость растет за счет мигрантов. Проблемы демографии поднимают уже кинематографисты. Изменились правила выдачи загранпаспортов. Что нужно знать желающим получить новый документ? Об этих и других событиях расскажем в ближайший час. В студии программы «Город» Ольга Лаврова. Здравствуйте. Куда мы катимся? Электросамокаты стали одним из самых опасных видов транспорта. Это, казалось бы, модное мобильное и бесшумное устройство сегодня обсудили на совещании в Доме правительства. Там же озвучили тревожную статистику роста ДТП.